Сегодня молодежь Ноябрьская отмечает свой праздник. В этот день, несмотря на погоду, для жителей города провели немало различных мероприятий. Самым первым по программе стартовал автопробег. В нем участвовало 20 человек. По словам организаторов, автопробег получился красочным и интересным. Информационный спонсор празднования Дня молодежи – издательский дом «Благовест». Сегодня у нас проходит автопробег, посвященный празднованию Дня молодежи. Мы проедем практически по всем памятным местам города Ноябрьска. Это площадь памяти, памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, площадь опаленной юности, памятники в аэропорту, который находится, это памятник первопроходцам, вот стела Ноябрьска, памятник авиаторам, памятник мать и дитя, безусловно. Вот. Для участия в автопробеге было заявлено много человек, но проходил отбор, выбирали самые красочные машины, оформленные, соответственно, чтобы у водителя были все документы, чтобы автомобиль был технически исправный. Ну и требования госавтоинспекции – не раздувать автоколонну в целях безопасности. Мы занимались на СТК, и зашел учитель и спросил, кто хочет на автопробеге участвовать. Ну и я с подругой взяли и решили пойти. Когда закончится автопробег, решила с сестрой пойти в детский парк. Как вообще настроение? Отличное. Даже погода радует.